Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Заслуженная артистка России Татьяна Саванова, профессор Института имени Шнитке. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о себе подробнее. Почему вы оказались здесь, на сегодняшнем мероприятии, посвященном 98-й годовщине образования Советского Союза? Вы знаете, дело в том, что, во-первых, здесь меня пригласил мой замечательный друг, с которым я уже дружу на протяжении 30 лет уже, наверное, Максим Туль. Вот, замечательный человек, который находится, в общем-то, организатор, один из организаторов этого замечательного вечера. А самое главное, почему я здесь, потому что вся моя жизнь прошла в Советском Союзе. И я, собственно говоря, вот человек этой эпохи, этого времени. Я очень хотела бы, чтобы частичка из этого времени перешла в будущее, в наш 21 век, потому что без этого жить невозможно. Вы знаете, это любовь к людям, это оптимизм, это вот в искусстве, это действительно, вот даже судя по песням, таких песен с такой энергетикой, которые были созданы в советское время, таких песен сейчас нет. Вы знаете, они глубокие, они насыщают человека жизненной энергией, они содержательные, и они поднимают как-то, вот самое главное, что еще самое главное, что они российские, понимаете? Они, эти песни, понимают, что ты живешь в России, в нашей замечательной стране. Вот, поэтому я с удовольствием приняла это приглашение, вот, посвященное 98-й годовщине. Вот, и я бы хотела, чтобы именно, еще раз повторюсь, чтобы советское, вот, все, что было в советское время, перешло бы в 21 век. Все самое хорошее, все самое значимое. И самое главное, чтобы это передалось нашей молодежи, нашим детям, нашим внукам. Вот, потому что мы понимаем, наше поколение понимает, мы жили замечательное время, и нам есть чем сравнить. И я бы хотела, чтобы наши дети, наши внуки тоже понимали, что есть что. А что бы вы могли пожелать россиянам? Я пожелать россиянам... Я хочу пожелать россиянам вот в наступающем году, чтобы они не забывали, что они россияне, первое. Чтобы они гордились, что они живут в России. Чтобы они гордились, чтобы они понимали, что такой родины, как Россия, нет ни в одном мире. Что у нас есть 4 времени года, что у нас замечательная природа, которая... обогащает нас, понимаете? Человек связан с географией, поэтому наше искусство, наши песни – отражение нашей действительности, нашей красоты, которая нас окружает. И вот эту красоту я хочу, чтобы люди в себе ощущали. Не теряйте света в окне, не теряйте красоты души. Спасибо вам большое.